Приветствую всех уважаемые зрители, гости, подписчики моего канала, с вами Черный Металл. И сейчас мы отправляемся удивляться. Да, я согласен, штурм банка может кому-то и надоел. Я его не помню, вроде один раз показывал. Но то, что там творится, я должен показать. Если патронов хватит. Что творится в аптеках, вы уже видели. Как их штурмовать, это хороший вопрос. Надо будет торговцу поехать. У меня там немного осталось книг, штук 10 подкупить. Прокачать себе, в общем-то, химика. Ксиентик. И делать себе нафиг уже хилки, потому что это становится невозможно. Книжки, как я повторюсь, в основном собираю я в мусорках, они очень там часто попадаются. Скоро еще 80 уровня достигну. И я даже буду веселее. Это будет у меня возможность создания оружия максимального тира. Не помешало здесь почистить. Что я вам говорил? Вот про это я вам говорил. С вами я и так справлюсь. Унах. Давайте я вам немножко посветлее сделаю, потому что вряд ли кто-то что-то видит. Я сам нифига не вижу толком. Вы понимали, то, что тут такой кошмар начинает твориться, что просто звездец. Яйца с одного магазина выходят. Там еще много. Yeah.
Так, здесь справились. Я надеюсь, там снутые сейфы все выбежали. Там еще такая неприятная компания, может быть, что ж капец. Игра становится все очень сложной. Сложнее, сложнее, сложнее. У меня вот единственное доходное место – это банк. Надо было в начальных уровнях к нему пикать. Так, в туалете все? Еще не все. Там он тусует, блин. Я вам сейчас покажу все прелести, так сказать, жизни. А, ну это слабенькие. Я только что понял, что я ошибся. В общем, вот такой вот кошмар происходит. В каждом уже маленьком домике появляются бегающие. Это очень опасно. Да куда мне столько патронов-то на автомат? Вы что, прикалываетесь? Игра мне явно говорит, бери, пользуйся автоматом. В общем, дала бы для снайперки пару. Я лучше у торговцев нахрен куплю, голову парить себе не буду. Уже рассчитывает на это, начинает надоедать. Патрошки есть. Так, дробовичок, нафиг. Патроны, конечно, для дробовика очень много дают, очень. Для пистолета мало. Что еще за... Ну-ка. Это уже интереснее становится. Ага, пришел. Один. Последний раз 6 приходила штук. О, еще одна красавица. Наконец-таки. Ну что, вы теперь понимаете, что здесь происходит за ад? Надеюсь. Потому что я лично сейчас ни хрена не понимаю. Кричалка одна или две будет, как всегда. Все, можно уже возвращать нормальный вид, так сказать. В общем, прибегают кричалки. Бывает, такую орду накрикивают, пока ты их найдешь, что это просто аж капец. Это еще не успела крикнуть, я его вовремя запалил, потому что она уже сюда который раз приходит. А вот и вторая красавица, я же говорил.
прошу прощения, телефон. У меня их не получалось дубинкой убить еще ни разу. А, теперь их три приходят. Прекрасно. Почему бы и нет? Теперь вас по трое. О, блин, мимо. Кого он это распознал? Ты где? Душа моя, блин. Ну, этой криквина не сработал. Вот про что я вам говорил, что завтра здесь творится. Если вы, не дай бог, застряли в банке, это все, это вам писец просто. Они вдвоем заходят, орут. И тут такое бывает, появляется, что ни пером описать, ни сказки рассказать. Боссы появляются. Ой, ё-моё. Короче, забей болт. Вот такие, друзья, пироги здесь сейчас творятся. Так, я опять перегружен, что ли? Да ладно. Да. Вот как-то так, друзья. Я сейчас поперся, короче, домой. Быстренько соберу пару винтовочек торговцам. Честно говоря, не знаю. Наверное, буду пытаться делать детали, торговать с ними так, потому что в банк ходить каждый раз тяжелее, и то во много раз. Это вам не просто сходить по фарме сейчас идет. Там идет просто ад сплошной. Что вот как-то так, друзья. Увидимся в следующей части видео. Последний раз я сюда влазил без каких-либо проблем, но сейчас у меня определенные проблемы появились. Оборзели здесь, я вам скажу. Я когда первый раз сюда залазил, здесь никого не было. Вот они еще и снизу прибежали. Что-то вообще охреневаю я тут. Сомневался. Вот и лети вниз. Слушай, засадюны это писец какой-то становится здесь. Я раньше по этим крышам лазил, потому что здесь была чистой воды халява. Все, халява кончилась, по ходу дела. Да нахрена мне эта параша сдалась?
Metal Spike Mod. Чего скорее? Какая интересная дубиночка-то получается. Да. Ну, здесь веселее и веселее становится, слушай. Я такого не ожидал. Хочешь попробовать новенького? Сразу не захочет. О-о-о-о. Да, держи. Привет, красавица. Ага. Да откуда вы все лезете? Ты его сон уже сколько перемочил. Что мне эта дубинка начинает уже... Мне это не нравится нифига. Как там еще будет? Слушай, как-то все становится круто. Такого раньше не было, вот в чем проблема. Здесь-то хоть спокойно. Специально лестницы расставлял, так что было нормально бы тут, как говорится, пофармить ресы просто тупо. Здесь вроде все в порядке. Вот как я сюда лажу. Кому интересно, в принципе. Отлично, второй молот есть. Братва мне не нужна, правда? Кумбат шотган. Это у нас шотган. О-о-о. Я могу что-то на шотган установить. Впервые за долгое время мне попалась какая-то хрень на шотган, да? Интересно, если на комбат это установить. Да, слушай, тут смотрю, веселее и веселее становится. Да. Такс. Пожалуй, этого хватит. Ну что, давайте-ка взглянем. Спрятался я на ночь в бункере. Ай, не понял как, но ко мне пробрались. Вопрос только откуда? Жесть. Не понял нифига. Откуда они реально взялись? Три тетки ко мне забежало. Либо зомби научились телепортироваться, либо, блин, я чего-то не вижу. Так, стоять. Вот здесь стоял и прибежало три тетки. Я тут в ящиках копался. Так, лопату у меня с собой есть. Лопату я выложил.
А куда? Хороший вопрос, куда? Сейчас найдем лопату и пойду посмотрю, хоть откуда они взялись. Я не слышал, чтобы что-то кто-то копал. Копал там один мужик. Куда они втроем взялись? Люк был закрыт. Ох ты ж ёпта. Прикольно. Хрена себе приколы такие. Погоди, а где они здесь копали-то? Не вижу нифига. Я надеюсь, это шутка, да? Что-то мне кажется, это ни хрена не шутка. Да вы прикалываетесь. Ни хрена не тоннельчик вырыли за пару минут. Ха-ха-ха. Охренеть можно, слушай. Вот это, блин, номер. Да уж. Вот такого я не ожидал вообще ни разу. Надо этот пароход закрыть. Да, друзья. Все веселее и веселее становится эта игра. Да, блин, хрена они прокопались так быстро. Что ж, друзья, небольшой подвод итогов за некоторое количество дней, которое я здесь провел уже в игре. Видите, патронов дофига. Я сейчас пользуюсь автоматом вовсю просто. Надо ремки найти. Тут немножко разложил молды. Вот, цементий. Но я тут пока еще порядок не наводил, а просто пока сгруппировал только три ящика. Пока потихонечку здесь развлекаюсь. Извините, что затыкаюсь так резко. Я просто слушаю, чтобы зомби опять не пробились ко мне. И ремки. Не так много, кстати. Автомат уходит очень быстро, я вам скажу. Просто обалдеть быстро. Таких хватает ровно до 7 часов вечера. Дальше она у меня кончается, как правило. Да, надо с собой вот так вот стали носить, ремонтировать на всякий случай. А ночам сейчас я не копаю. Потому что зомби, которые респятся, они мне просто звездюлей навешают. Тут и автомат не поможет, я вам сразу скажу. 162. Я пойду завтра к торговцу до 220 дотяну и сделаю себе, наверное, книжечку. Книжечку. Нет, сурвалист класс нет. Мне нужен класс security. Блин, он был бы очень неплох. Скорее всего, я буду себе делать класс... Вот этот вот исследователь. Мне нужны аптечки, потому что аптечки, как ни странно, вот аптечки, они делаются, блин, в этом столе. Я тут что-то как-то прифигел аж. Или не в этом? А, видно все-таки лаборатории. Погоди, бандейдж. Нет, они не здесь делаются. Так, а химическую лабораторию я могу вообще-то стащить, по идее. Она где-то у меня здесь была. Можно, кстати, попробовать сходить и ее спереть. Клаймблок сделаю сейчас тогда. И если она целая, я смогу ее стыбрить. А, ну клаймблок, хотя это рано пока еще делать. Завтра же я попрусь.
Задачка-то незадачливая. Завтра к торговцу с утра. Камни еще подобываю. 15-й день как раз он отреспится. Надо будет порох уже делать. Я тут немножко насобирал, как видите. Не так, конечно, много, как хотелось бы. Но самые основные ресы под землей находятся. Пока под землю я не копал, потому что реально не до этого. Еды пока мне хватает, и воды тоже. Насчет воды, она скоро закончится. Но это ладно, я поднаберу. В конце концов, я могу купить это все. Не проблема. Но, как видите, 500 этих патронов 7,61 у меня до хренища. Начались уже подкапливаться эти патрончики. Я вот думаю просто, что весь прикол в том, что эти патроны, они мне понадобятся на турели. Хочу я этого или нет, как и шотган патроны. Вероятнее всего, тут буду бегать с магнумом. Как маньяк. А, и с гранатометом. Пока я еще не решил. Но тут надо как-то подумать хорошенько, чтобы патронов было 500, так намного побольше. Буду пробовать вот эти использовать, 7,62. Посмотрю, как они будут кончаться. Вроде кончаются они относительно медленно, потому что в отличие от других видов оружия, я убиваю практически с одного-двух выстрелов любого зомбака. И намного все это гораздо удобнее. Ясно, радиаторы не для чего-то нужны. Туда нафиг скрабаем. Бутылок моря, костер я пока не ставил, я еще не придумал, где здесь кухню расположить. Думаю, может здесь попробовать, что ли, сделать кухню. Рядом напротив оружейки. Нового склада. Также как не вариант. Здесь туалет я оставлю, здесь спальник точно оставлю. Жалко, я на этом не хилюсь, вот что мне обидно. В Тарвышине вот этот бункер, когда я был в нем, помню, здесь было хорошо, потому что здесь можно было хилиться неплохо. Здесь у меня печки стоят, я пока их вырубил на ночь глядя, греха подальше. Здесь решил вот так вот их оставить. Типа дополнительная какая-то там тяга, вот, что-то типа такого. Прокопали, конечно, мне зомби вообще озвереть можно, я аж охренел. И главное быстро, очень быстро. Это у них много времени не заняло. Это все значит все. Будет наибольшой проблемкой. Здесь я проставляю ящики обычные. Давайте их сразу и сделаю. Да, освещение здесь я сильно не делаю. Оно мне здесь толком и не нужно. Где мне дерево-то хоть? Сколько мне надо? 3. 6. Сейчас сделаем ящики. Обычные security. 6 штучек. Ни хрена ты там рефанишься долго. Проще тебе в печку будут закинуть, так. Вот так вот. Хотя лампочку надо поставить, точно. Если лампочки-то хрен хватит, значит вот так вот будем делать. Через один. Я лампу, может, и здесь поставлю. Так, надо место под генератор, кстати, еще найти. Я еще думаю, где бы его расположить. Задача тоже такая. Думаю, в стену можете его нахрен муровать. Сколько он там весит-то, блин. А где он у меня для начала? А вот и генератор. Так, давай-ка посмотрим, сколько ты реально занимаешь места. Так, ты занимаешь одну клетку. Хорошо. Один генератор можно смело будет расположить вот здесь. Давай так сразу и сделаем. Чего голову-то парить себе? Что там, камень, да? Генератор защитим дополнительно еще блоком. Да, сейчас так и сделаем. Дополнительно блоком защитим, да голову парить не будет. Так, где у меня тут ребелы? Так, цементи где? Ага. И
Уколетик. Сейчас вот так вот сделаем сразу. Так. Ну и почему нет? Так, и мне нужно люк сделать будет. Ну, вот только расположится ли так люк? Вот в чем вопрос. Разрабы все нахрен поменяли, так что хрен поймешь теперь, как все располагается. Где у меня пружинки-то хоть? Пружинки. Где? Давай сделаем. Лишним не будет. Так, ты мне сделаешься не здесь, а здесь. Раз две двери поставим на производство. Надо потом будут машинки поразбирать. Хотя, может и не надо. Так, стоп, откуда у меня два куска глины? А, тут с камней бывает падает. Я что-то и забыл совсем. Очень здесь странно то, что с камней может падать глина. Я не знаю, чем разработчики руководились. Какую книгу они читали по геологии. Но факт остается фактом. Скорее всего, тогда не на 25-й день, а на 26-й я побегу в аптеку. Хотя, может, и на 25-й. Я здесь потому, что внизу находил... Да, ё-моё. Я тут внизу находил пару магазинчиков. Вот раз магазинчик, вот два магазинчика. Так что, может, я сразу после этих торгашей-то сразу сюда и грацану. Аптечек жалко, они не продают. Может, они хотя бы будут аптечки продавать, я хотя бы аптечки куплю и смогу с аптечками туда бегать. Это вот мне только вот немножко обидненько. Так, ну ладно, ты установишься так, как я хочу. Ага, хрен там. Хрен там был. Так, что же делать тут? Генератор надо как-то защитить по-любому. Есть у меня одна идея его защиты. Да два генератора надо будет, а не, хотя одного хватит. Хотя... Можем просто сделать немножко по-другому. А почему и нет, а? Если я, скажем, закрою его дверью. За такой дверью тогда лучше прятать два генератора. А нахрена мне здесь два генератора? Не, слушай, по-моему, нормально. Вот так вот заныкал. Сильно глаза бросаться не будет. Здесь помещение я все равно буду дополнительно отгораживать. Это у меня будет либо кухня, либо что-то. Скорее всего, кухня. На кухне там мне больше располагать негде. Я здесь помещение, то есть, дополнительно отгоражу. И вот здесь защита получается. Здесь генераторная, которая будет и это подпитывать, и здесь подпитывать освещение. Может, турельки еще установлю, хрен его знает. Ну, еще будут друзья мои думать. Мне просили некоторые серии показывать такие виды стройки. Но, как сказать, я тут строительством пока не занимаюсь. Ну, потом, может, сделаю серию. Но тут мне придется сверху выкапывать почти два слоя земли. Я не знаю, стоит ли это показывать, потому что, по-моему, это дуристика какая-то. Показывать, как я тут два слоя земли выкапываю. Да мне сказки, что вам Пушкина читать, что ли, тогда в это время. Я там по сторонам тут посмотрю.
Ладненько, друзья, буду на этом, пожалуй, серию заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайки, комментарии просто оставляйте под видео на ютубе. Но в этом бункере не респятся зомби, так что советую его искать и в нем селиться. Это единственное самое безопасное место, которое пока я нашел. Но, правда, к нему очень быстро прокопались. Единственный минус.